Сегодня утром, еще сильно в потьмах, на подсвеченной фонарями улице Амундсена возле перекрестка с академика Ванцовского приключился замес, в котором судьба свела воедино две Deo Nexi. Причем пилоты обеих сестричек не были виновны в этом рандеву. А инициировал эту битву пилот японского бездорожника Mitsubishi Pajero Sport. Как известно, Mitsubishi переводится на русский как «три бриллианта». Вот и получается, что он раздал всем сестрам по серьгам. Бриллиантовым. Декорация такая. Mitsubishi катилась по Амундсена от объездной в сторону Краснолесья. В районе перекрестка с академика Ванцовского Амундсена не круто, но все-таки загибается вправо. Впрочем, пилот спортивного поджерика уверяет, что это искривление никак не повлияло на ситуацию. Занесло его на чужую уже за перекрестком с Ванцовского на прямом, но скользком участке Амундсена. Погоды нынче стоят такие, что днем каша, а ночью все подмерзает, и на катушке замотать может хоть даже и на прямой. В итоге Mitsubishi выскочила навстречку, а там друг за другом катились две сестренки, две Deo Nexi. Впереди синяя, за ней черная. Синюшка приняла удар судьбы и Mitsubishi на себя, точнее на свою голову, которую епошка зацепила правой половиной своего носа. Поскольку удар был не прямой лоб в лоб, а чуток искоса, постольку синяя Nexia закрутилась вокруг вертикальной оси, и тут в ее правую бочину влетела черная сестра. А впрочем, долой отсебятину, слушаем участника замеса, последним влетевшего в эту конструкцию. Как говорится, кто последний, тот и дает интервью. Ну, благо, здоровье позволяет. Я сначала в правом ехал, потом перестроился. То есть... Перед ним, за ним? За ним, конечно. За ним, да? То есть Pajero за кнопкой вынесла на встречную полосу. Nexia синяя в нее врезалась. Я начал ее разворачивать, и потом уже я догнал эту Nexia. Все, ну это коротко сказал. А что-то пояснил водитель? Нет, смысл здесь? Сумел, нет? Говорит то, что его занесло. А заносить-то стало, что у вас с поворота нет? Какой тут поворот? Тут сплошная. Не, ну я думал оттуда нет, а здесь-то на прямой. Не, так... меня не снимайте, я не хочу комментарии. Это как я бы, понял. Ничего хорошего в этом. Вы не пострадали, да? Нет. А того водителя зажало, я так правильно понял, да? Ну да. Доставали его сами, как бы, или уже спасатели приехали? Там мужчины как бы намежали, его сразу вытащили, дверь отогнули. Какие травмы, на взгляд, у него были? На что жаловаться? Дышать сложно, так не могу сказать. Как видно, пилоты черных болидов здоровьем не повредились. А вот рулевой синий Nexia, испытавший два удара в лоб и в бок, травмировался и должно быть не слабо, возможно даже до переломов. Как видно, у синей девушки после замеса нет руля. Маловероятно, что пилот ехал так изначально. То есть баранку он выломал, скорее всего, своей грудью и ребрами при лобовом ударе. Хотя не исключено, что руль отломили автопилоты, вытащившие Deo Voda из металлолома. В общем, ясно одно. Пилот синей Nexia точно в больнице, а гаишники, как всегда, по мотивам выступлений рекомендуют и даже настаивают. Не гоняйте в этот переходный период. Соблюдайте скорость в разумных пределах в соответствии с погодными и дорожными условиями. И будьте предельно внимательны и здоровы.